Обильные снегопады и резкие перепады температуры не дают коммунальщикам расслабиться. Причем не всегда качество уборки снега удовлетворяет местных жителей. Одно из самых проблемных мест – мост через Качгартинскую Курью. В этом убедилась наш корреспондент Александра Литкова. Мост через Качгартинскую Курью – единственная дорога, связывающая центр города с остальными микрорайонами. Если автомобилисты передвигаются без особых проблем, то пешеходам приходится нелегко. По городскому мосту можно пройти с трудом. По узкому, нечищенному несколько дней тротуару не разминуться, не говоря уже о том, чтобы пройти с коляской. Поэтому и рискнувших пройти с коляской мы не встретили. Своими негодованиями жители города делятся в социальных сетях. Пешеходная дорога от города до РСУ через мост с коляской непроходимая вообще. Приходится идти по проезжей части. Я в январе на массаже ездила с РСУ на такси, так как с коляской вообще не пройти. Сегодня шла пешком от Хариверской до города и пошла по правой стороне моста. Дошла до конца моста и все, тротуар кончился, сугробы по пояс. Пришлось перебегать через мост перед движущимся транспортом и карабкаться на метровый сугроб, чтобы попасть на тротуар с левой стороны моста. А далее шла по какой-то заячьей тропе. Человеку не пройти, а с коляской подавно. После моста к Малому Качгарту нет ограждения. Тротуар вообще завалили, приходится идти по обочине. И снежными комками тротуар на мосту завален с дороги. Данный участок дороги обслуживает федеральное агентство «Прикамье». По их словам, работа по уборке снега на мосту проводится регулярно. Она поддерживается в похожем состоянии. Последний раз убирали ночью с пятницы на субботу. А в связи с снегопадами у нас ведь потепление. Не планируете как-то усилить работу? Обязательно усилим. Передадим подрядчику об этой проблеме. Мы постоянно держимся. Впрочем, как отмечают сами жители города, некачественная уборка снега производится не только в районе городского моста. Дороги для машин чистятся, а вот там, где мы живем, на Первомайской, там у нас немножко дороги ужасные. Около банка мы сегодня проходили, тоже дорога ужасная. Для машин почистились, а пешеход идет, вот коляска плохо катит. Ну где как, не знаю, по центру, так да, а там у нас, например, бы на Меньшиково, так можно и сделать, постараться. Как пояснили в муниципальном предприятии «Чистый город», во время метели и обильных снегопадов в целях безопасности в первую очередь проводится работа по расчистке от снега дорог, тротуаров и пешеходных переходов. Учреждение максимально старается использовать ресурсы, которые у него имеются. Ежедневно на линии 4 «Амкадора», «Автогрейдер», «Т-150», мини-погрузчики, самосвалы. Но в связи с тем, что в этом году очень много метелей и погода очень непредсказуема, естественно, бывают периодические перебои в работе. Если «Чистый город» еще справляется с работой на веренной им территории, то горожанам, чей ежедневный путь проходит через Качгартинский мост, остается надеяться на честность подрядчика и ждать, что пешеходные дорожки все-таки почистят от снега. Александра Литкова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».